дни наступили. Барнаул, улица Шукшина, памятник режиссеру и писателю из народа. С годами ничего не меняется. Сотни людей все так же приходят, чтобы вспомнить земляка Василия Макарыча. Впервые шукшинские дни провели в 1976 году, спустя два года после смерти Шукшина. Чуть позже фестиваль приобретает всероссийский статус. В этом году большое внимание жителей Барнаула и всего региона приковано к артистам театра и кино, которые приехали на фестиваль. Мария Бурляева, Олеся Судзиловская, Ирина Муравьева, Павел Деревянко и Иван Кокорин. Хочется шуток и смеха где-нибудь в шумном скопище, но хочется и успеха, но на хорошем поприще. Успеха, друзья мои, и с праздником вас! Также на церемонии открытия земляков и гостей фестиваля поздравили почетный гражданин Барнаула Николай Звонков. Кстати, он является автором этого памятника, а также председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич. Меняется время, меняется жизнь, меняется облик наших городов и сел, но не меняется главное – ваша душа. Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что они сегодня на нашей алтайской земле. Для нас это очень важно. Сегодня, завтра, послезавтра и кульминация – суббота. Все эти дни будут насыщенными по своей программе. Жители и гостей региона ждут кинопоказы, творческие встречи в городах и селах края. По словам организаторов фестиваля, приглашенные писатели и кинематографисты определяют основные направления литературы и кино в России. Завершится фестиваль в субботу в Сростках. В этот день малая родина Василия Шукшина по доброй традиции объединит тысячи людей со всей страны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.